произошли трещины по швам, произошли трещины, большой слой раз, и материал вот, вчера наложил, сегодня еще не высох. Здесь то же самое, потрескиваем следующий материал. Так мы забиваем швы, чтобы они не трескались, потому что мы делали в детской, там ни одной трещины нету. Вот так вот. Это тоже убивает время. Да, вот и процесс вот такой начинается, чтобы штробы спрятать, чтобы у нас меньше и тоньше. Вот такие вот штробы делаются, чтобы они у нас спрятались. Они не были качели между швами. Так что так вот. Вот, Роналдо, смотри, наши с тобой потолки. Видишь, я по второму разу начинаю делать, штукатурить. Затягиваю. Хотел посмотреть. Вот они, видишь? Наша с тобой работа. Вот так вот. Светочки. Ну, видишь. Стеночки. Вот, вот она, сеточка спрятана. Вот моя работа. Моя работа. Подоконники как бы уже стоят чуть-чуть, обработочка уже чуть-чуть. Ну, здесь понятно, как бы так. Вот, видишь, потолками занимаюсь. Потом в следующий, когда буду заниматься, я тебе обязательно покажу, что да как. Так, показываю, это детская комната. Значит, вот таким вот натуральным продуктом. Вайс — это значит уже крашеное, а вот это не крашеное. Так, получается финишное мелкий мрамор. Финишное мелкий мрамор. Вот у нас потолочки делаются. Мы, значит, один раз проходим американкой и второй раз уже шпателем. Потом берем такую терочку, смачиваем ее водичкой, залазим на стеллаж. И стараемся вот в таком виде ее смачивать и заглаживать. Да. Вот. Не надо ни шкурить, ничего, два раза в раз, потом как замыть, как будто заштукатурить. И потом можно покрасить. Ну, вроде финишная система. Получается ничего, мне нравится. Будем продолжать дальше, так что вот так вот. Да, это было все супер закончится. Кухня, блядь.